Фестиваль живой музыки «Тяжелая вода» вернулся в Десногорск благодаря выделенному гранту из Фонда ассоциации территории расположения атомных станций госкорпорации «Росатом». Проект был поддержан муниципалитетом и градообразующим предприятием «Смоленская АЭС». И яркое красочное шоу пройдет с 4 по 5 августа на территории скалодрома. Подробности о планируемом мероприятии нам рассказали сами организаторы. Автором данного проекта является Александр Шерстнев. Мы с ним продолжаем сотрудничество, несмотря на то, что он уехал из города Десногорск. Он нам, конечно, помогает, потому что его вклад неизменен. Всего планируется выступление 24 коллективов. Два коллектива из города Десногорск. Одна группа молодая, а вторая – наши заслуженные рокеры, которые неоднократно посещали Венгрию. Это группа «По скриптам». Также у нас будут группа из города побратимы Гериен, Венгрия. Они будут выступать 4 августа. За два дня перед десногорцами и гостями города выступят группы из Москвы, Тулы и Калуги. Изюминкой фестиваля станет группа из Сафонова «Small Kids». Вокалисткам этого коллектива исполнилось всего 8 и 11 лет, но они уже выступали на мотофестах и рок-фестивалях. Именно этот коллектив откроет мероприятие в Десногорске 4 августа в 18:00.